Привет, друзья! Я давно хотела приготовить топленое масло, так называемое масло кхи. Смешно звучит по-нашему. Ну, короче, просто хорошее, качественное топленое масло. Вот, пока у меня набралось вот столько масла своего, домашнего, мною сделанного, и я решил, что уже есть что перетопить. А использовать для топления я решила сувид. Кто не смотрел, посмотрите, у меня есть распаковочка, где я рассказываю, что такое сувид. Вот, чем он хорош, что можно выставить очень точную температуру, и затем эту температуру прекрасно поддерживать. Я его буду использовать в качестве водяной бани, которая будет держать мне правильную температуру. Итак, наливаю в сувид воду. Значит, в чем, на мой взгляд, преимущество? Сейчас, пока кастрюлька плавает. Значит, вот это масло я топила вчера, била вчера. И я даже специально не пыталась из него там очень-очень тщательно выбрать пахту, выдавить. Потому что я знала, что я его буду топить, и у меня все, что там ненужное в нем, оно все и так уйдет. Вот масло ночь у меня полежало в холодильнике. Вот такое вот по качеству домашнее маслице. Значит, я кладу масло вот сюда в кастрюльку. Топить я его буду. Я разные методы пробовала раньше. А недавно наткнулась на рецепт, как топленое масло делает Сталик Ханкишиев. С уважением большим отношусь к этому человеку. Мне очень понравилось, и всегда мне нравится, когда человек четко объясняет, что он делает. То есть он понимает все процессы, которые он запускает и контролирует. Не просто от балды, там одна бабка сказала, и я вот так делаю. А именно, когда человек понимает, что такое молочный белок, что такое молочный жир, как эти вещества себя ведут при нагреве и так далее. Вот из всех, скажем так, рецептов, которые я смотрела, когда хотела улучшить этот процесс максимально, больше всего на меня произвел впечатление Сталик Ханкишиев, который очень грамотно рассказал, что не надо ни в коем случае доводить все это дело до кипения, как многие делают топленое масло, когда оно у них вообще кипит и булькает. А именно процесс весь должен идти при невысоких температурах. Ой, какое хорошее свое масло домашнее. Прелесть. А топленое будет вообще прелесть. Вот. Что при небольших температурах, когда не происходит кипение, тогда молочный белок не вскипает. И он опускается на дно. А не поднимается пенкой, как многие делают, когда начинают топить масло. Нагревают его и начинает всплывать белок вместе с сывороткой. Вот, мне как бы это не нравится, потому что пузырьки вот эти все, они начинают циркулировать в самом молочном жире. А наша задача максимально чисто отделить масло от всех примесей, конкретно от молочного белка, который в нем остается. Итак, что мы будем делать? Нажимаю на кнопочку. Температуру я задам 80 градусов. Оптимальная температура для того, чтобы масло у нас медленно томилось. Так, теперь время. Я задам 6 часов. При температуре 80 градусов 6 часов запускаю. Сейчас водичка у меня нагреется, и масло начнет топиться. И затем оно будет плавно томиться в этой кастрюльке в течение 6 часов. Я буду следить только вот за уровнем воды. Я даже могу вот так сделать. Сейчас крышечку немножко запылилась пока. Вот, могу даже вот так поставить сюда крышечку, чтобы всякая пыль туда не летела. И буду прекрасно наблюдать, как происходит у меня процесс топление масла. Ну, а вам потом покажу. Я хотела взять стеклянную чашу для наглядности, но у меня стеклянная чаша, к сожалению, меньшего размера. То есть вот такая чаша, ну, ее бы не хватило на это количество масла. Значит, сейчас у нас температура 40 градусов и идет нагрев. Нагрев воды, а затем пойдет, соответственно, видите, масло уже топится, потому что воду я наливала теплую из горячего крана. Так что ждем, не трогаем, не мешаем, никакие пенки, ничего, ждем 6 часов. Смотрите, у меня нагрелась вода, вот сейчас показывает 53,7 градуса всего. Масло уже нормально так растопилось. И, видимо, вот потому что я вчерашнее, в частности, вот которого здесь больше всего масла, не очень тщательно из него пахту отжимала, ну, не стремилась к этому, как бы понимала, что я буду все равно топить. И вот видите, небольшая пеночка. Даже при таком холодном масле она у меня получилась. Я, наверное, сейчас дождусь, когда она вот полностью все растопится, и все-таки вот эту пенку сниму. Мне так кажется. У Сталика масло было покупное, как я поняла. Там, видимо, его в промышленных условиях освободили от этого. У него пенки не было совсем. У меня даже при небольшой температуре, как видите, вот эта пенка появилась. То есть это все равно масло начинает растапливаться.
и из него выходит оставшаяся там пахта. Напомню, что когда я делаю сливочное масло, кому интересно, можете посмотреть у меня рецепт на канале, я не промываю масло водой. То есть в нем остается немножечко вот этой пахты. Ладно, пусть пока плавится, оно еще не расплавилось все. То есть вода еще не нагрелась до заданной температуры. Подождем. Я вот баночку приготовила, куда буду отбирать все эти, скажем так, продукты, которые, ну, лишние, которые потом можно использовать в макарошке, крупы разные, в кашке. Вот. Все, ждем. Вот, прошло полчаса. Видите, вот он держит 79,5. Все-таки небольшая пенка есть. Никакого кипения ни в воде. Вот пар поднимается, но кипения нет. И здесь тоже кипения нет. Пеночку вот эту я сейчас чуть-чуть сниму и ждем. Так, ну вот посмотрите, как выглядит масло. Я несколько раз снимала все-таки осадок. Ой, осадок, господи, пенку. Небольшая пенка такая получалась, чуть-чуть совсем. Я ее так подходила, периодически ложечкой убирала. Значит, осталось от заданных 6 часов еще 40 минут. Но я вот смотрю, и я думаю, что я, наверное, сейчас вот этот верхний слой все-таки уже сниму в баночку. И сейчас хочу вот этот слой аккуратненько снять. Красивый такой. Как видите, там на дне сквозь масло уже видно это. Остался весь белок. Ну, не считая той небольшой части, которая пенкой у нас все-таки поднималась. А на дне там прям приличный такой слой. Я поэтому сейчас самое чистое соберу в одну баночку. Потом еще немножко соберу в другую. А остатки солью аккуратно и уже повторно перетоплю. Так, смотрите, какая красота. Янтарь прям. Так, ну не буду пока больше вам снимать, а то мне мешает камера. Итак, друзья мои, вчера мы с вами успешно сделали вот такие две шикарных баночки топленого масла, которое я просто сняла сверху. Это то, что у нас осталось в кастрюльке. И мы тоже хотим его извлечь. Я уже не буду пользоваться сувидом, чтобы вот эти остатки. Я беру сюда, вливаю кипяток. И вот это вот просто в нем растворяем. То есть весь этот осадок, который у нас там на дне, ну, вот так вот. Маслица у нас только сверху плавает. Все, перемешали все это. Сейчас оно остынет, чтобы сильно горячее не ставить в холодильник, и уберем в холодильник. А дальше покажу. Постояла кастрюлька в холодильнике, масло застыло. Теперь нам надо из него слить воду. Для этого прорезаем. Можно прям вытащить кусками и вот это обмыть даже. Сейчас я прям под краном обмою. Вот видите, получается уже чистая маслица. Значит, сейчас мы вот так сделаем. Вот эту жидкость выливаем. Можно прям, кстати, сюда сейчас полить, промыть, а потом залить снова горячую воду. Сейчас включу чайник. Я вам не снимала. У раковины я прям сюда из крана полила воду, прополоскала и вылила ее. Сейчас налью сюда горячую. Не стал чайник кипятить, он довольно горячий. Растворяем опять это масло в воде. И снова уберем в холодильник. Кто скажет, ой, это долго. Ну да, я масло, вот основную массу выбрала вчера. Потом вот это вот остатки все эти с водой заполоскала. Убрала в холодильник. Долго-то что? Мы же над этим не стоим. Стоит оно себе и стоит. Достал, там несколько минут ты потратил на эти манипуляции. Все, сейчас вот оно растворится полностью. Я его снова уберу в холодильник, а завтра уже вытащу чистое масло. И все. Таким образом мы выбираем остатки. Сейчас, кстати, покажу вам масло, я уже убрала, которое вчера мы делали в холодильник, что с ним стало. Вот, смотрите, какое оно у нас красивое. Вот эту баночку первую сливала, видите, она вообще прям такая классная. Здесь вот чуть-чуть такие небольшие какие-то белые крупинки виднеются, эту вторую сливала. Но все равно вот у нас литр хорошего масла уже есть, и вот это будет еще остаточки. Все, масло растворилось. Горяченькое, она, кстати, не кипяток, а просто горячая вода. Теперь я могу спокойно это убрать в холодильник. Так, ну вот еще раз застыла маслица. Проделываем ту же самую процедуру. Я даже уже вот по выступающей воде вижу, что
Смотрите, с этой стороны чистенькое уже масло. Сливаем воду. Видите, она чистая уже. Все. Ничего на ней нету. Никакой грязи, никакой сыворотки. Так что сейчас мы просто это маслице расплавляем. И в баночку. Таким образом мы выбрали весь молочный жир из того масла, которое топили. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.